Хочу построить в лесу крепость в стиле Перун. Чтобы там всякие чувачки из дерева были в славянском, в нашем стиле поганый, просто отстаивать и оборонять блек философию и наши старые пути. Построим там город. Это будет как город эльфов в Герои Меча Магии 3, только славянский и трушный. И если кто-то к нам придет с крестиком на шее, какой-то христианин, сразу закидаем его топорами. Или там в майке Бурзум Пазерок какой-то заглянет в лес, чтобы снять новый кли. Мы его быстро порешаем. Свяжем его, посадим на кол. Труп оставим. Пускай будет как предупреждение. Еще сделаем всяких демонов из дерева. И свастики вырежем, чтобы все боялись в лес заходить. Ну кто со мной?